אנחנו ממשיכים את הנושא ואנחנו מדברים על טבילה באש. И вот мы продолжаем эту тему, и мы говорим об огненном погружении, или, вот меня поправили, крещении, но евреи погружаются вообще. И это действительно интересно, есть распространенная теория о том, что это значит, огненное погружение. И если я бы спросил вас, то я абсолютно уверен, что я бы получил тот ответ, которым я думал. И что, как вы думаете, что вот это такое огненное погружение? Что это, ребята из Тайваня, что вы, как вы думаете? Есть погружение в воду и есть погружение в огонь. Вы слышали такое? Есть у вас такое? Ребята, мишу шама кэзэ мусак твила баэш? Нет. Что это такое? Скажите. Как вы думаете? Ниссионот. Испытание. Ниссионот. Зэ ма ши хашавце. Это то, что точно я думал. Вэмэт, шанахну мы добрим, есть теория мэод нефуца, ше твила баэш, за кольмины ниссионот, шанахну обрим бэхаэйн. И то, что я сказал, что есть очень распространенная теория о том, что вот погружение в огонь, это вот испытание, которое мы проходим по жизни. Вэанахну недабэр альзэ от мят, это и чуть позже мы поговорим об этом. Вэанэ роце лэрот бэмэт ма ктувим, מה ברית החדשה אומרת לנו על תפילה באש? Я хотел бы прежде посмотреть, что Писание, что Новый Завет говорит нам о погружении. והמקומות הראשונים שאנחנו פוגשים את המושג הזה זה במתי ובלוקס, בפרק 3. В Матфеи и в Евангелии от Луки мы видим это в 3 главе. אתם זוכרים שיוחנן יצא להטביל אנשים? Помните, когда Йоханан погружавший в воде, вышел для того, чтобы погружать в воде других, омывать в воде других. И многие к нему собирались на Иордан. И он говорит, что я погружаю вас в воде. Но тот, кто придет после меня, он превосходит меня. Он погружает вас в Дух Божий, Дух Святой, и он будет погружать вас в огонь. И мы будем еще говорить о погружении в Дух Святой, об этом мы будем говорить в следующем. Но он говорит также и о погружении в огонь. Мы видим в коле арба игрот, о псурот, אנחנו רואים את המושג להטביל ברוח הקודש. И что интересно, что во всех четырех Евангелиях мы видим это понятие погружения в Дух Святой. Но только в Матфее и в Луке мы видим о упоминании о погружении в огонь. Потому что Евангелие от Матфея, оно было адресовано прежде всего к евреям. И то, о чем он говорит, это было вполне известно евреям того времени. Я хочу, чтобы мы прочитали это, и чтобы мы подумали, что же он имел в виду, когда он писал это. Потому что мы не видим много мест Писания в Новом Завете, где говорилось бы о погружении в огонь. И эти слова, которые мы видим о погружении в воде его, мы видим, что это в огне, извините, мы видим, что это одни из немногих Писаний, которые говорят о погружении в огонь. Я хочу прочитать из 3 главы Евангелия Матфея, 7 стиха. Вчера раби мин акрушим вацдуким баим литавель, амар лаем, ялдай цифоним, ми ура отхем лималет мин ахарон аба. Лахен асу при рауй лечува, ваал такшиву балибавхем леймор, Авраам уавину, ки эни омер лахем, ше мин ааваним аэле, яхол элоим леаким баним леавраам.
וכבר מונח הגרזן על שורש העצים. על כן, על כל עץ אשר איננו עושה פרי טוב, יגדע ויושלח לתוך האש. אני אמנם מטביל אתכם במים לתשובה, אך הבא אחריי חזק ממני, ואינני ראוי לשאת את נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. בידו כלשון המזרע לנקות את גרנו, והוא יאסוף את דגנו אל האוסם, אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבה. Матфея, 3 глава, 7 стиха, правильно я понимаю? «Увидев же Йоханан многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему погружаться, сказал им, «Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе «Отец наш Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я погружаю вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет погружать вас Духом Святым и огнем». Лопата его в руке его, и он очистит губно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. А боя шелану, а помим, что нахну, что мы добрим, а лезе, что мусаг, нахну муцим, вот у меня контекст. И наша проблема в том, что когда мы беремся говорить о чем-то, очень часто мы вырываем это из контекста и говорим о нем отдельно. Яхолит чузе беседер. Иногда за яхолит кашер ле. Иногда это проканывает, и иногда это служит тому, о чем мы говорим. Зоа дугма, твиля баэш. Нахну локим я контекст, мы дадим, что за несионот. И вот пример того, о чем я только что сказал, что когда мы говорим о погружении в огонь, мы вырываем это из контекста и говорим, что «О, это об испытаниях». А в Альпо, Матай, Вегамба Лукас, Умер, Велит Кавен, Ледавар, Ахер, Лейгамри. Но в Матфее, то, что мы прочитали, и в Луке, авторы говорят совсем о другом, совсем не о том, о чем мы подумали. Мамаш, че у Матхитква Лехтов, Тасиму Лева, Альпасук Шева. И когда он только начинает, то, что мы начинали читать, обратите внимание на 7 стих. Лима, лима у Митхавен чам бихлад. Лима у Мазир это анашим. Что он имеет в виду вообще-то? От чего он предостерегает людей? Мима, ты стаклю, пастук шема. Посмотрите, лима у Мазир это анашим. 7 стих. Мямишпат. От суда. Умазиротам мямишпат. Он предостерегает их от суда. Омер Ахарон Шеля Дунай Кварба. Он говорит, что гнев Божий уже приходит. Берусит Метурган Батит. На русский язык переведено, что в будущем времени, что он когда-то придет. А вот бейбит кату вене, Харона Дунай Кварба, тем лёй холим ли малет мемену. И на иврите, греческом ты имеешь в виду, наверное. На иврите. Окей. На иврите. Окей. Короче говоря, на иврите написано уже в прошедшем времени, уже состоялось. Да, да, да. Ашав, приходящий. В настоящем времени гнев Божий приходит и не Okay. И так что обратите внимание. Ваз убается мамших, что мы добирали эш, уло мы добирали за бенефрат, у мы добирали контекст, что у митковенала. То есть, когда он доходит до погружения в огонь, он имеет в виду то, о чем он заявил в самом начале. То есть, он развивает эту тему, и это одно связано с другим. Омер агарзен квар мунах аль шорош айцим. Он имеет в виду, что топор уже лежит у ствола дерева, и он уже готов срубать. Имейн при, имейн браха, мы кацицим. Нет плода, нет благословения,
אותו דבר אחר כך הוא מדבר על האוסם, על הגרעינים. И то же самое он говорит о соломе, о зернах. Это тоф, самим баосем, это ра, софим баэш. То, что едят, откладывают, все остальное в мусор и сжигают. Клумар бе мунахим, бе баавана шель матай, вани хошев гам бе, шель арбе анашим шель ото зман, твиля баэш, айта, акавана айта ле йом один. То есть в логике Матфея, я думаю, что такой же логики придерживались многие евреи того времени. Погружение в огонь говорило о суде, о дне, дне Великого Суда. Это был суд и наказание злодеев. והם לא מתבססים סתם מהאוויר לקחו את זה, הם מתבססים על הנבואות. И они не взяли это просто с неба, они основываются на пророчествах. אני רוצה לקרוא ממש כמה פסוקים כדי לתאר באמת את הנבואות. אני אקרא את זה ישירות ברוסית כדי ליצור לכם תמונה מסוימת. Я хочу несколько мест прочитать, и чтобы создать у вас картину в целом, о чем здесь говорится. כי יש באמת המון פסוקים שמדברים על תבילה באש או על עונש באש. Потому что в Писании, в пророках, если мы видим, обращаем внимание, есть много мест, которые говорят о, об огне, о том, что Бог приносит огонь на эту землю. В Малахии готов, говорим об Аим. В Малахии написано, например. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не оставит у них ни корня, ни, ни ветвей. Другое место. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля. Ибо истребление, притом внезапно, совершит он над всеми жителями земли. Это Мисофония написано. Другой псалом. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их земли и семя их среды сынов человеческих. Томар, зе кама макумот ме аневиим, шо мы добрим аль йом один, аль харон шель Адунай. И вот мы, здесь мы видим некоторое количество стихов из пророков, которые говорят о дне суда, о прихождении гнева Божьего. И Новый Завет, и ученики Иешуа, и сам Иешуа, они говорили немало на эту тему. בפרק 13 של מתי, זה פרק מלא שישוע מדבר על מלכות השמיים, למה מלכות השמיים דומה. 13 глава Евангелия от Матфея, ישוע много говорит о том, чему подобно царство небесное. ולדוגמה בפסוק 40-42. И, например, стихи 40 и 42. Некра еще рот ворусить дамки. Я по-русски. Поэтому, как собирают плевела и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын человеческих ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. А харизу мамших вы, мы ви от кольмины дугмовод, умы добирали от дагин. И дальше он продолжает и приносит разные примеры тому. Он говорит, например, о рыбах. Челоким эт коль сугим шел адагим ве мацуим самим отам аля адама ваз бухрим. Те самые рыбы, которые попадаются в сеть, и вот их вместе с сетью вытягивают, и на берегу отбирают и хорошие рыбы отдельно, и все негодное отдельно. בדיוק ככה יהיה גם בסוף העולם. И дальше он говорит, что это образ того, что будет в конце этого мира. Элоим яфрид бейн ацадиким вегдушим лебейн арашаим. Бог разделит и отделит праведников от злодеев. Статлю закатов бэпсухим от Ваим Вишеба Хамишим, Матай 13.
Матфея 13 глава, 47 стих и дальше. וְכֹל רְשָׁאִים יִשְׂרֹב בָּאֵשׁ יַכְנִיס אֹתָם לְאַגָּם הָאֵשׁ. И все злодеи будут просто помещены в озеро огненное. И когда мы говорим о погружении, это слово погружение, вела. Ефраим мамаш התחיל לתרגם את זה מההתחלה ממש נכון. זה צריך להתאבל, זה להיכנס בפנים. И Ефраим начал с самого начала правильно переводить его не как крещение, но именно как погружение, то, что должно быть помещено внутрь чего-то. Вообще, когда мы говорим о твиле в мань, за ликанес мамаш мылим литоха мань. То есть, когда мы говорим о погружении в воду, это полное погружение в воду. Вообще, когда мы говорим о твиле в эш, золото давар. И когда мы касаемся темы погружение в огонь, это то же самое, полное погружение. Кульха немца бы то хаэш. Полностью человек пребывает в огне. Бесефер Эдгалют анахну курим, че еш маком квар мухан, ки онеш леколя рашаим, ле сатан ва ле шаоль. И в книге Откровения говорится о приготовленном месте для всех злодеев, для сатаны, его ангелов и Агамаэш. Озеро огненное. Нашно курим лизе гам гиена. И мы задумали гиеном. Называем это гиеной по месту в Иерусалиме. Зело шаоль. Это не шеол. Зело не ад. Гадюк. Зе машу мевер лизе. Это нечто большее, чем ад. Ше немца летамид. ולא, ומתקיים תמיד, ולא נגמר. Это то, что будет пребывать в вечности и никогда не закончится. וישרוף את כל הרשעים לנצח נצחים. И это будет сжигать всех злодеев вечно. ואז יהיה כאב, ו... И там будет скрежет зубов. בדיוק. И... אז תפילה באש תמיד הייתה מקוונת אצל הרבה אנשים על היום הדין הסופי. Так что в те времена, когда это было сказано, это понималось как, как упоминание о суде. ומשהו מעניין גם, אנחנו יכולים למצוא גם תמיכה בפסוקים הבאים על הרעיון הזה. И дальше, в следующих стихах, мы можем видеть подтверждение, подкрепление тому, что мы только что сказали. Так чего? Йоханан у мамашки белит галют ми Элоим Ацмо, ши Йешуа Машиах. Подумайте о том, что Йоханан получил от самого Бога откровение о том, что Йешуа есть Мессия. У Итбилото вамаши за се Элоим, ши носеет хатаим шель кола улам. Йоханан погрузил его в воде, и он сказал, это Агнец Божий. ומממש ידע בוודאות שזה המשיח. И он абсолютно точно имел свидетельство, что это Агнец Божий, это Машиах. הוא לא ידע רק בתוך עצמו, הוא גם היה עד לכל האנשים, ואמר, הוא המשיח. И он не только для себя это понял, но он свидетельствовал о нем, и он все в округе рассказал, и свидетельствовал, что это есть Машиах, Мессия. מה שמעניין, שאחרי זמן, מה, הוא יושב בכלא. Но вот мы видим, Йоханан сидит в тюрьме. Катубат за баперек ханестре бы матан. В 11 главе Матфея мы читаем об этом. Вераз уйшев бакеле бы ушоме, коль маши Йешуа осе. И вот он сидит в тюрьме, и он слышит о всех делах, которые делает Йешуа. Ламрот че лоя интернет был то зман. И тогда с интернетом было плохо. Авал идуйот ит пашту мамаш мамаш майор. Но свидетельства передавались из уст в уста, и это быстро, как огонь распространялось. Кизаю дворим долин, маши Йешуа сам. Это что, это было что-то великое, то, что там происходило. Вапитон, че ушоме, ше Йешуа, мерапе нашим, солеях лаем, митпалей лавурам. И вот он слышит о том, что Йешуа молится за людей, он исцеляет, он прощает им грехи. Вебедюка увдота элю мы виим ото ле сафет, а им Йешуа Машиах. И как раз эти самые факты, которые он слышит о Йешуа, они приносят ему сомнения, а действительно ли он Машиах? Я вот целикром. Хочу прочитать. Когда Йоханан в тюрьме узнал о делах, которые совершал Машиах, он послал своих учеников спросить у него, ты тот, который должен прийти или ждать нам другого.
פה בדיוק אנחנו רואים, הוא ממש בספק, הוא לא בטוח, האם זה, האם ישוע או המשיח. И вот он действительно пребывает в сомнении. Он не уверен, а действительно ли это тот, которого все ожидали. Лама за корейцо. Почему так произошло с ним, с Йоханан? Мецад эхад эфшар лагид бомет, он ешев бакеле, улай он ципали машу охер, им Йешуа Машиах, аще асе машу. С одной стороны, можно его где-то понять, он сидит в тюрьме, это не самое то, что, не то, что он ожидал, видимо. Если он видел и свидетельствовал о Йешуа, что он Машир, то должно было что-то произойти, не то, что он сядет в тюрьму. Бедюк, у хашавши, у бы надам то, у балев нея Машия, а зу царих ли кабель браха. Он говорил о себе, что он прислал свидетельствовать о Машиях. Он сделал это, он свидетельствует о том, что вот Мессия, Агнец, и результатом он ожидал совсем ну, получить другой результат. Не то, что он сядет в тюрьму за это. А вальдавка улда ахерет мавиали сафек. Но другой факт приводит его к сомнению. Ки у мецапе, ше им Машиах ва у бото рега царих леварех это анашим месуямим ве леаниш это анашим арашаим. Потому что он ожидает от прихода Мессии то, что Машиах, когда придет, он благословит одних и накажет других. Заведюк Машиах коля псухим шевети лахем лифнезем. Харон Адонай. Это то, о чем я говорил в предыдущих стихах, когда читали мы о гневе Божьем, который уже пришел. Умар, ине Машиах ба, акшаву яниш этэ люд, вейварех эт ахарим. А вот зе ло коре. Йешуа уже пришел, Мессия уже пришел, и он сейчас благословит одних и накажет других. Но это не происходит. Умы стакен, ше бимком ляви эш мя шамаем, велисров эт кола рашаим, ласим отам ба гама эш, усолях лаем. И он видит, что вместо того, чтобы заниматься делом и поместить всех, кого положено, в озеро огненное и сжечь их огнем, он начинает их прощать. О, мы вареху там, он разбавляет их, он исцеляет их. Цело не стадер има ванашено. Это не согласуется с тем, что он себе представлял, как должно быть. Ве, лама за якоре, цело рак ицло, за гамаю ле арбе нашим ахарим, ве филу ле невиим ацма. И почему это происходило? Это происходило не только с ним, но также и с другими людьми и даже пророками. Ки абая эташа невиим, эм тамид, кше шаму изашу невуа ми Илоим. Орау машу ми Илоим, эм ло яду ле африд бен азманим. Потому что проблема была в том, что пророк, когда он слышит слова Всевышнего, и они озвучивают эти слова, то они не могут идентифицировать времена точно, как, о каких именно точно временах идет речь. Дэн лахэм дугма, че атам эстакэль айом ле кивун хирмон ле дугма. Например, бэзэ габир нефля вэ тов. Вы смотрите в хорошую погоду, когда замечательная видимость, и вы смотрите в направлении Хермона. А второй арбер, арбер арим эхад лияда шини. И вы видите множество гор, которые одна возле другой. Мирахот за нерашем цмудин. И издалека кажется, что все они заставляют одну гору. Абаль бафоль яхолим лиот километрим, арбе километрим бен ар эхад ла ар шини. Но если приблизиться на вертолете, скажем, вы увидите, что километры разделяют одно, а вершину от другой, они отдельно. Каха ягам коре бе невуа. И так же происходит в пророчестве. Ле дугма бе Ишайяу 61, псуким шанахну куляну макерим. Например, 61 глава пророка Исаии, которую все мы знаем эти слова. Катув шам, шо убали басер шнат рацон ле Адунай. Написано, что он пришел благовествовать лето Господне благоприятное. Вейом накам ле Илоину. И день мщения Господа, Бога нашего. За не раз же за килю болтор это царих лекрой, начинает творим аэдом. И типа, ну оно же через запятую, это значит вместе идет. То есть и то, и другое должно прийти вместе. В раках харках, а тальмидим шен Йешуа метхилю лявин, ше еш зманим нефрадим, шнат рацон ле Адунай, за твах, вейом накам, за от. И только потом ученики Йешуа начали поднимать для себя, что есть раздельные времена, что есть время благоволения Господа, и потом есть промежуток, и есть мщение Господа. И они начали понимать, что первое пришествие Мессии, целью его было примирить людей с Господом. Лесло, латет лаем издавнут. Простить их, дать им жертву
покрыть их, дать им возможность обратиться к Богу. Вазаха, как бы это зманные оныш. И только через какое-то время, когда дана будет возможность, только потом последует наказание. Катуба брита хадаша шилуим у митапек де лёля нишотан, де латет лану одиздамнут ве одиздамнут. И Новый Завет говорит о том, что Бог сдерживает себя или долготерпелив, чтобы дать нам возможность, дать людям возможность обратиться к Нему. Бешния шеля Петрус во втором послании Петра, 3 глава, пасук шева катув шам, 7 стих. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Тумар Петр варматхи лавин. И вот мы видим, что Петр начинает приходить к пониманию того, что будет наказание, но это будет в конце. Сейчас есть возможность, и есть эта возможность от Господа получить прощение и спасение. И это делает актуальным слова эти сегодня каждому из нас. То, что сейчас есть время спасения, время, когда мы можем покаяться и обратиться. Потом будет наказание. И может так быть, что у тебя другой возможности не будет. Кроме сегодняшней, может быть, завтра ты просто не проснешься. А с тем, что там шел бы из дому тоже. То есть очень важно использовать ту возможность, которая у тебя есть сегодня. Окей, а за я никуда решена. Это был первый пункт. Шедибарну, ше филяба эш, зе йом один ве онеш софи. В наших размышлениях о том, что значит огненное погружение, что это есть день суда. И вот я сейчас хочу вернуться к тому ответу, который дали вы, о том, что огненное погружение — это испытание нас, нашего. Откуда взялась эта идея? И о чем говорит эта идея? אז יש פסוק אחד נגיד בברית החדשה, זה ראשונה של פטרוס. Первое послание Петра, и есть один стих, который говорит об этом. זה פסוק 4. Четвертый стих. כתוב פה ככה. לא, זה פרק 4, פסוק 12. Нет, это 4 глава и 12 стих. Подожди. Да, פסוק 12. 12 стих. אהובי, בבוא אליכם צריפת אש, כדי לבחון אתכם. Альтитмемеу, киилю микремуза каралахем. Они крамбарусит. Возлюбленные, огненного испытания, искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Снахаруим шееш бемет машу, шелуим нотен лану нисайон, вызыва бетор црифат эш. И мы видим, что есть нечто, когда Бог дает нам возможность исправиться, и Он посылает нам испытание, и это испытание в форме огненного сжигания огнем чего-то. Вас бацам умистакель, ма эхо нахну нагив. Эхо набор это несионота. Бог смотрит, каким образом мы пройдем эти испытания. Аваль, а район азе убемет гамме бусаселя невиим. Но эта идея, она основывается также и на пророках. Аваль, а эвдель рак у кцат катан. Кило, а эвдель у типа ахер. Но есть некая разница все-таки. Это не просто испытание. Мы дубан шам аля беневиим, арбе макумот, мы дубан шам аля анашим анифхарим шениш ару. Там говорится об избранных, которые остались. Клумар ула Элоим квар аса изэшу онэш. То есть, как если бы Бог уже осудил человечество, и вот есть люди, которые остались. ואז עליהם הוא מדבר עכשיו על הטבילה באש, או על הצריפת באש. И вот о таких людях, которые остались, он говорит о сжигании огнем. עכשיו, אתכם הוא אומר, אני רוצה לשנות, אני רוצה לחזק אתכם. Он говорит, он обращается к ним и говорит, вот сейчас я хочу вас переплавить, я хочу изменить вас. אני רוצה לקרוא זכריה, פרק 13.
Захария, 13 глава. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь Бог мой. Есть многие другие подобные места. Бемалахия перек шалош гамы дуваша альшевет леви. Альшевет леви. О колене Леви говорится. Что умер, что они из-за кекота. Он говорит, что я их очищу. Вэм явил минха бишвили, кмоши царих лави. И они принесут жертвы, которые должны приносить. Кумар чем дубар аль твиля баэш. А мусага шинишила, у района шили. Залихазек это анашима муфхарим, утами. То есть вторая идея, которую мы можем видеть вот в этом понятии погружения в огонь, это укрепление нас, это очищение нас. Есть анашим шехазру бачува, шем бахруба ишуа. Есть люди, которые обратились, которые приняли ишуа. И вот они должны пройти процесс изменения в своей жизни. Катув титамцук дейля сотет ешуатхэм. Написано, что совершайте свое спасение. То есть вы должны пройти этот процесс, прикладывать усилия какие-то. Ваза умер. Ини, а та поле фанай, вани руце лихазекотха, вани руце леорид нимха эт кола дварим ало реуин. И вот Бог обращается к такому человеку и говорит: вот ты предо мной, и я хочу укрепить тебя, я хочу и расплавить тебя, я хочу очистить тебя и удалить всякие примеси. Тем затрим еш маком ле решона ле коринфим им ани лотое. Вы помните, по-моему, это в первом Коринфянах? Ки медубавшам. Омер, Колехат, Тистакель, Мимау, Боне. Там написано: каждый смотри, из чего строишь. Я шихача бонеми заав, я шихача бонеми кесе. Один из золота строит, другой серебра строит. Вехат бонеми миамут. Миакаш. Миакаш. И другой из соломы строит. Ума дабелин эдзеле анашим аминим. Он обращается к верующим и говорит об этом. Омер ли кулям басису Иешуа. Он говорит, что всем нам основание, фундамент Иешуа. Но каждый из нас дальше ведет себя по-разному, и он избирает себе материал, из которого предпочитает строить. Он говорит, что день суда все вы спасетесь, но будут некоторые как бы спасутся как бы головня из огня. Элоим дореш митану тварим. И Бог требует от нас какие-то вещи. Уруцеша нахну ништане, бенее мы от домим ле Иешуа. Он хочет, чтобы мы изменились, чтобы мы преобразились в образ Иешуа, чтобы мы стали своим характером похожи на Него. Уруцели накот метану, эт коль давар шем африя ле широто. И Он хочет очистить нас и отделить от нас все, что мешает нам, все, что делает нас непохожими на Него. Как Он делает это? Баруша за рака не саем. Это только испытание. Зарад творим, что у махнисотан в мистакелях анахну магирим. Это то, что Он помещает нас в определенную ситуацию, и Он смотрит, как мы будем реагировать. Ванекре азе, афкаше азе, зе эш пишвилейн. И для нас самое тяжелое, самое такое яркое, яркий образ всему этому – огонь. Но бишвилейн, но амикре, афкаше, зе кмо эш. А, для нас тяжелый случай, в который Бог нас помещает, помещает подобен огню. За сорев, за каше, за коев. Это жжет, это больно, это неприятно. Но когда ты проходишь через это, ты укрепляешься. Выкатув, че анашим, че эмлё кмо еладим баимуна, или анашим хазаким баимуна, за элю, че ламду аль нисьонам. И написано, что не подобные детям в своей вере, но действительно взрослым верующим, те, которые прошли и которые учились, на проходя испытания. Так что две эти вещи, погружение в огонь, йом дин, день суда, велит хазек, и укрепление,
זה בעצם הנושאים שהכתובים מנסים להעביר אלינו. Это те темы, которые Писание сообщает нам. וכמו שאמרתי, ההזדמנות לקבל סליחה זה רק עכשיו. И я уже сказал об этом. Это возможность получить прощение, очищение только сейчас, сегодня. והדבר החשוב השני זה שכל אחד מאיתנו, כי אנשים מאמינים, אנחנו צריכים להתחזק. И вторая важная вещь, что мы, как верующие, нуждаемся в укреплении. לא לפחד מהניסיונות הקשים האלה. Не пугаться этих тяжелых испытаний. כי אלוהים לא סתם מעביר אותך. Потому что не случайно Бог проводит нас через это. וחשוב להבין שהוא עושה את זה. И очень важно понимать, что Бог контролирует это, и Бог делает это. הוא עושה את זה והוא איתך. И он делает это с тобой, и он продолжает оставаться с тобой. אז אם אתה מרגיש את עצמך כבר מתוסכל, בלי כוחות. И если ты видишь самого, нашел самого себя разочарованным, без сил, תנסה לזכור, אלוהים לידך. Помни всегда, что Бог рядом с тобой. וזה לפי רצונו. И это то, что происходит с тобой. Это по его воле. Да, אחר כך להשתמש בך, ולהביא ברכה גדולה לאחרים. Чтобы потом, впоследствии, использовать тебя и принести большое благословение для других. אז אני רוצה להתפלל. Я хочу молиться. אבינו מלכינו, Отец наш и Царь наш, אני פשוט מבקש עבור כל בן אדם. Я прошу сейчас о каждом человеке. אנחנו יודעים שאין לנו הזדמנות אחרת, אולי לא תהיה. Мы знаем, что у нас нет другой возможности, может быть, не будет другой возможности. Мы не знаем, что ожидает нас завтра. Но я прошу тебя, Отец, прости мне. Я благодарю тебя что, за то, что в Иешуа Мессии у нас есть искупление. ושאני יכול להימנע מיום הדין הקשה הזה. И я могу избежать этого страшного суда. אם אני בוחר בישוע. Если я избираю Иешуа. כי הוא הקורבן שלי. Потому что он моя жертва. הוא זה שכבר שפך את דמו. Это он тот, кто уже пролил свою кровь за меня. תעזור לי להשתנות. Помоги мне измениться. ותשלח לי את הרוח שלך. И пошли мне свой дух. כדי לחזק אותי, чтобы укрепить, כדי להתגבר על כל הבעיות ודברים רעים, את העבדות שמחזיקה אותי, чтобы превозмочь все проблемы и все злые вещи и рабство, которое еще имеет силу надо мной. ואם גם עכשיו אני עובר מצב קשה בחיי, и если сейчас я прохожу тяжелые испытания в моей жизни, תחזק ואתה עודד אותי, כי אני יודע שאתה קרוב. Укрепи и ободри меня, потому что я знаю, что ты близко. תן לי כוחות אבא. דני סילה. בשם ישוע המשיח. בימי ישוע מסיל. אמן. אמן.